Уважаемые коллеги, сейчас мы рассмотрим интерактивное средство генератор фрагментов. Мы видим лягушку, которая в принципе способна по щелчку выдавать какие-то текстовые фрагменты или, возможно, это будут какие-то числа. Причем в любой момент списочек получившийся мы можем кнопочкой выдавать на экран. Рассмотрим, как пользоваться этим средством. Для перехода к редактированию щелкнем по кнопочке. В появившееся окошке мы можем внести фрагменты текста или какие-то числа. Достаточно. Мы не будем ставить галочку случайного появления фрагментов, поскольку нас интересует именно вот такая последовательность слов. Мы вместо лягушки можем выбрать что-нибудь другое. Окей. В данном случае мы будем щелкать по глобусу. Подумайте сами, как можно использовать это средство.